Возможно, да, у меня были такие размышления, но это было очень давно, когда я еще была, ну, маленькая, наверное, в юности, когда я еще вообще не понимала своей причастности. Сейчас у меня даже мыслей таких нет. Более того, могу сказать, когда я на неделю, допустим, куда-то уезжаю за пределы России, я уже начинаю скучать, мне уже хочется вернуться, мне уже не хватает родного места, мне не хватает моих друзей русских, то мне не хватает опять-таки моей работы. То есть я чувствую себя абсолютно сопричастна к своей нации сейчас и к своей стране. И вот сейчас уже вообще абсолютно никаких сомнений нет о том, чтобы куда-то переехать. То есть я живу здесь, я делаю свое дело здесь, и я очень гармонично себя ощущаю.